На остановке общественного транспорта ульяновцев встречали Дед Мороз и Снегурочка. Поздравляли с Новым годом и спрашивали правила дорожного движения. Под таким сценарием в областном центре прошла акция «Зимние каникулы». В праздничные дни жители должны быть не менее бдительными и особо соблюдать ПДД. Чтобы напомнить о них, ряженые полицейские устроили пассажирам трамваев викторину по знанию правил. За правильные ответы знатоки получали сладости и световозвращающие сувениры. А вот это вам для проездного. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы все в новом году у вас было хорошо. Спокойствие и всех земных благ. Будьте внимательны, осторожны. Позже сказочные персонажи переместились на Соборную площадь. Объектом внимания стали дети и их родители. Как правильно держать ребенка за руку, когда переходишь дорогу, и как правильно перевозить малышей в машине. Простые истины знают далеко не все, поэтому профилактика просто необходима, считают автоинспекторы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.